Все время, пока существовал Варшавский договор, таких войн, какие после его расторжения начали вести США, НАТО и их союзники против Ирака, против Югославии, против Ливии, таких войн во время Варшавского договора не было. Поэтому я убежден, что Варшавский договор был серьезным элементом стабильности во времена Холодной войны. Народы стран Варшавского договора решили больше не идти по дороге социализма, и организация распалась. Но договор выполнил свое предназначение. Тогда не было войн, и мы, бывшие военнослужащие армии социалистических стран, внесли в это вклад. Как и всякая военная организация, Варшавский договор, объединивший вооруженные силы 7 европейских стран, имел немало тайн и секретов. Будут ли они когда-нибудь преданы гласности? Возможно. Но главный секрет, обеспечивший организации Варшавского договора добрую память, раскрыт. Это взаимное уважение стран-участниц и подлинно равноправные партнерские отношения ради безопасности и дружбы между народами.